Настоящий пир для детей с ограниченными возможностями здоровья организовали в среду в одном из ресторанов города. Инициатива принадлежала одному из праздничных агентств. Идея пришла спонтанно. Вообще началось все со звонка. Позвонили, предложили поучаствовать в благотворительном марафоне. Ты нам нужен? Вот, хотим поблагодарить за эту возможность. Мы давно занимались благотворительностью. Вот нас сотрудники нашего агентства уже не раз ходили в детские дома, как-то помогали детям. Поэтому мы, в принципе, только всегда за любую благотворительность с удовольствием взялись за это дело. Праздник для особенных детей тоже должен быть особенным, чтобы запомнился ребятам надолго. Сладости, конкурсы, спектакли – все для маленьких гостей. Напоследок самое интересное – лазерное шоу и фейс-арт. Соня очень любит цветы. Немного краски, 5 минут времени, и щеку украсил маленький рисованный букетик. Для счастья девочки этого оказалось достаточно. Нравится больше всего, не знаю, все нравится. У меня сегодня очень радостное настроение. Сегодня самый лучший день в моей жизни. Судя по реакции детей, торжество удалось на славу. А значит, благотворительность не должна ограничиваться простым сбором средств, когда можно подарить детям радость. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.